Так, друзья мои, смещенный центр. Все очень просто и в то же время очень сложно. То есть два отверстия, одно по центру, одно смещаем на 15 мм в другую сторону. Два отверстия с этой стороны. Зажимаем заготовку в боковые вот эти отверстия. Опа. Тут надо все по-взрослому поджимать и по-взрослому фиксировать. Проверяем, как она вращается. Ну, вот как-то так. И погнали! Вот мы будем по центру делать его. Центр нашего дела. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Башан, я столяр-токарь-блогер. Теперь я еще и встречаюсь с своими слушателями в реале. Это видео планировалось немножко по-другому озвучивать, но уж так вот получилось, что сначала я начал, а потом я начал говорить. И о чем я вам хочу сказать? Про смещенные центры. Раньше я как-то особо на смещенный центр внимания не обращал. Ну, как-то они меня не впечатляли. Есть смещенный центр – хорошо, нет смещенных центров – плохо. Тоже, вернее, хорошо. А тут что я как-то вот, когда собирался в Москву на мастер-класс, задумался о том, чтобы такое вот сделать этакого. Ну и бабахнул, в общем-то, космическую шкатулку с смещенными центрами. То есть, что мы сделали? Мы сделали просто сейчас круг у нас, да? Вот эти вот кружочки, вот эти, вернее, видите, углы, их можно тоже сбить, чтобы они не мешали. И сейчас вот я вам очень подробно вот в этом фильме покажу, как они делаются. В принципе, все очень просто, но есть нюансы, как всегда. Нормально для начала. И теперь уходим отрезным поглубже. Аккуратненько доводим до ума. Можно, в принципе, сейчас зашлифовать ее, но мы зашлифуем попозже немножко. Теперь у нас с вами зажим заготовки в обычных центрах. И поехали. Нам нужно сделать.
диаметры. Ну, у нас еще полно. Еще раз перемеряем. Тут надо сейчас повнимательнее, чтобы, не дай бог, не коснуться вот этой штуки. Коснемся, пипец. Включаем наше будущее. Вот это низ. Это вверх. Наши будущие пазы. Ну и что, теперь выравниваем потихонечку. Даже можно большим. Thank you.
видите, я потихонечку практически все содрал. Ну, пусть будет вот так. Чтобы удобнее было точить, с правой я перекину просто. Перекину заготовку просто в центрах и все. В принципе, мы все сбили, теперь мы можем спокойненько меселем все это зачистить. Есть еще вот, вот он. Thank you.
Так. Вот с этой стороны еще немножечко я шаркнул. В принципе, мне все равно откуда точить. Просто... Интересно, когда получается. Смотрите, вроде чуть-чуть, да, смещение какое-то ерундовое, а все равно смещение есть по центру. Мы попробуем срезать еще вот эти вот лишние части на вернувшись обратно на те же самые дырки. С этой стороны. С этой стороны вот не так удачно. Потому что что-то как не туда приход идет. Не могу срезать. Уже отталкивает ее. Ну ладно, что ж, то сейчас мы чуть-чуть попробуем. Что отпихивает. Теперь зашлифовываем. Теперь берем мы стамеску и вот это все срезаем. Для удобства это все сделаем на станке. Ну и вот после того, как мы все это подрезали, все равно, конечно, есть еще. Потом еще пошлифую, уже сниму со станка. Теперь нам остается только срезать. Ну и пока я режу шипы на свои ножки, я вам расскажу, как проходило все в Москве. 2 марта был я в столице на мастер-классе. И сразу скажу, что собираюсь еще и в Питер. Либо 23 я буду в Питере, либо 30 марта. И что мне там понравилось? Ну, во-первых, мне понравились люди. Большое спасибо всем, кто ко мне приходил. Большое спасибо вам, вы молодцы.
Несмотря на то, что, может быть, где-то что-то нам не удалось, в общем и целом мы прекрасно провели время, я считаю. И я думаю, что я все-таки вам чуть-чуть, может быть, помог где-то в чем-то. Вот. Вам спасибо, что пришли. Мне спасибо, что я рассказал вообще. В Москве я читал 3 мастер-класса. То есть первый был творческое точение, второе сырое точение, третье точение сегментное. В Питер я повезу немножко другую программу. То есть в первой части программы это будет творческое точение и такие фокусы на токарном станке. То есть буду показывать всякие чудеса. Чудеса токарки. Вторая часть это лобовое точение. То есть начнем мы с мисочки или с тарелочки и продолжим мы сегментами. То есть будет как бы две части, они будут где-то по 2,5-3 часа. Я думаю, что мы все-таки, ну, выживем, не успеем устать. Потому что в Москве я немножечко считаю, что пересидел вас. А вы меня. Ну и сейчас вот маленькое включение с семинара. Всем привет. Я буду сегодня чуть-чуть включаться и время от времени показывать. Сейчас мы все выполняем творческие задания. Мы все тут рисуем фиальчик. Творить это не так просто. Творить, я бы даже сказал, что это прям сложновато. Ну ничего, будем справляться. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. С вами был Юрий Бажан. Всего хорошего. Ждите меня в Питере.